Родители 3.0. Проект под таким названием реализуется в Чувашии вот уже второй год. Это часть нацпроекта образования. Ключевая задача – комплексная помощь родителям, консультации по вопросам воспитания и развития образования. Наша съемочная группа побывала в Красноармейском районе. Здравствуйте. Здравствуйте. С какой сегодня вы проблемой к нам обратились? У нас существует такая проблема. Дочка у нас не выговаривает буквы «Р», «В» не выходит у нее. Ну, и звуки получаются. Хотели бы получить консультативную, методическую помощь. Вадим и Вера Малинины – родители Евы. Ей 6 лет, она ходит в садик, но до сих пор не выговаривает некоторые звуки. Из-за этого девочка не уверена в себе. Родители решили обратиться к консультантам. О проекте мы узнали, в соцсетях видели, информационные ресурсы друзьями разговаривали. Коллеги на работе тоже посоветовали, тоже существует такой проект, сказали. Вот мы решили посмотреть, поизучать этот проект. За консультациями семья Малининых обращается уже полгода, и за это время они добились результатов. Все общими усилиями у нас результаты есть. Дочка общительна, активна. Интересуется сама, новые слова, когда появляются, она опять спрашивает объяснение. Очень сама обрадовалась, что у нее вышел вот этот звук. Да. Очень довольна она. У первоклашки Саши другая проблема. Она не может найти общий язык со сверстниками. С ее стороны была жалоба, то, что ее недопонимают, ее не слышат. Поэтому мы обратились сюда, к консультанту. После посещения нашего центра, да, у нас был результат, она более спокойнее стала. Я считаю, что проект на самом деле важен как для семьи, так и для общества. Детско-родительские отношения, развитие детей с ограниченными возможностями здоровья, снижение учебной мотивации. На консультации специалисты центра стараются помочь родителям найти выход из сложной жизненной ситуации. Родители, которые приходят к нам в центр, сначала вроде приходят с одной проблемой, но в ходе общения со специалистом проблема оказывается совершенно в другом. И совместно с родителями стараемся найти какие-то пути выхода, чтобы решить данную ситуацию, данную проблему. Только в этом году, благодаря проекту «Родители 3.0», помощь специалистов в Красноармейском районе получили более 1000 семей. Проконсультироваться можно не только очно, но и дистанционно, и даже по месту жительства. Кстати, все услуги бесплатные. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика.